Добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Значит, у нас 4 доклада и потом групповыми проектами займемся. Итак, Сунгурова Мария Ян. Сунгурова Мария. Есть? Отсутствует. Арестова Арина. Здравствуйте, я здесь. Меня слышно? Да, давайте, да. Сейчас я... Можно отменить это. Отправить. И, если честно, не была готова к этому. Ну, не хотите, как не хотите, никто не заставляет. Нет, так нет. Нет, я с удовольствием расскажу. С удовольствием расскажу. Вот я уже открыла презентацию. А, нет, это не та сейчас. Может быть, тогда я попробую открывать Google Drive, еще иметь эту штуку. Нет, да. Да. Все, тогда считаем. Я открываю. Видно не мой экран, да? Пока еще нет. Видно, что вы пытаетесь поделиться, но у вас чистый экран, ничего нету. Ну, попытайтесь. Сейчас, наверное, откроется. А, еще раз заново. Нет, он или открылся, или не открылся. Экран. Вы шарите весь экран, да? Да, весь экран. Не работает, нужно попробовать не окно. Работает. Давайте перейдем к другому, а потом, если у вас получится, получится. Нет, так нет. Мальков. Да, да. Да, давайте. Мне самому расшарить надо как-то еще. Так. А вы за 3 года так и не научились? Да, пользоваться. Еще. Да, давайте. Арестова. Очень хорошо. Ладно. Что-то случилось? Ну, давайте тогда Арестову заслушаем, раз у нее подключилась друг. Давайте. Да, меня зовут Арестова Арина. У меня доклад на тему компьютерная модель. Хорошо. У меня доклад на тему фильтрационная модель. Фильтрационных ключевых инструментов в изучении различных процессов, в основном связанных с проникновением жидкости через какие-либо пористые среды. Ну, на слайдах информация обо мне. Цель моей работы очень простая – изучить принципы фильтрационного моделирования и где оно используется и как применяется. Начала, значит, с описания модели рассматривать это. Также это мы называют перколляционной моделью, иногда моделью протекания. Это все одно и то же. И с латинского как раз перколляция происходит от протекания. Жидкости чистую среду. Разумеется, подобная модель – это часть математического моделирования. Она является математическим инструментом, который используется для изучения поведение взаимосвязанных элементов в системе. Вот. В простейшей окружающей среде представляется в виде сетки или матрицы, где каждый элемент связан с соседними элементами. Связь эта может быть определена различными способами. Например, элемент может быть связан с 4 элементами или 8.
Мы это можем даже так представить. Простейшая задача теории перколляции формулируется, как я уже сказала. Не листается слайд. Вы явно что-то другое. Да. Я просто попробовала окно, по-моему. Может, вот так? Вот окно нельзя ни в коем случае, потому что окно глючит, и оно не показывает нормально. Да. Вот так видно, да. Пятый слайд. Вот так, да? Да. Так, мы уже рассмотрели, что задача формулируется для дискретных решеток. То есть задается вероятность, концентрация она называется, с которой узел решетки будет занятым. Соответственно, есть также вероятность того, что узел решетки свободен. Он равен единице минус эта вероятность. Она определяется часто P. Простейший вывод рассматривается, что все узлы независимы. То есть если занят один, это никак не влияет на занятость. Считается, что два принадлежат одному кластеру, если их можно соединить непрерывной цепочкой из занятых узлов. Ну, несложно догадаться, что значение параметра все большее количество узлов будет занято, и как следствие выдастся кластеры все больше умеров. И таким образом при каком-то критическом значении в системе образуется стягивающий кластер, он также называется перколляционным, как и модель, он соединяет один, и происходит критический переход, так называемый. Вот. Также эта задача может называться задачей узлов. Интеграционное моделирование применяется во многих областях. В основном, конечно, связано с протеканием жидкости. Но вот, например, уравнение наиболее часто используемое. Уравнение Дарси, оно используется для описания жидкости через пористые среды, такие как почва или грунт. Оно выражает скорость фильтрации, отрицаемость пористой среды, то есть какая-то коэффициент, отвечающий за пористость среды, градиент давления и вязкость жидкости. То есть даже интуитивно понятно, что вязкость жидкости зависит от того, как она будет течь. Уравнение неразрывности описывает сохранение массы в системе и связывающие скорости фильтрации в разных частях системы. Да. И уравнение переноса описывает в основном, чаще всего, перенос загрязняющих веществ через пористую среду. Можно также выделить основные принципы фильтрационного моделирования, и они часто пересекаются с принципами других видов моделирования системы. Здесь понятно, что система представляется в виде математической модели, чаще у нас это дискретная решетка, и, например, для анализа транспорта жидкости через пористую среду, как мы уже сказали ранее, может использоваться уравнение Дарси, и это тоже относится к представлению системы. Учет параметров. Здесь учитывается проницаемость пористой среды, вязкость жидкости, какие-либо начальные условия и так далее. Да, все. Вот. Дальше. Разработка численных методов. Я уже сказала, что для разных аспектов используются различные численные методы. Валидация модели. Что это такое? После того, как модель была построена, необходимо провести валидацию, то есть сравнение с результатами, полученными экспериментально или каким-либо другим аналитическим, называется валидация модели. Моделирование и оптимизация. То есть такое моделирование также позволяет, соответственно, прогнозировать какое-то поведение системы в различных условиях. Полосы примитивной модели. Ну, если коротко говорить, то модель эта используется в основном для описания таких явлений, как фильтрация в почве, горных породов, просачивание же относится сферам применения этой модели, и даже распространение инфекции через популяцию. Тут уже ничто, через
не течет, но, как я говорила, как, примерно так выглядит фильтрационная модель. Довольно сложно описать ее. И вот так она выглядит, какой-то стягивающий при критическом нашем значении. И в целом можно сделать заключение о том, что модель перколяции представляет собой важный инструмент для изучения процессов различных, в основном протекания жидкостей, но, как мы поняли, и даже распространение, и остается актуальным направлением исследований, которое помогает развитию знаний в процессах распространения, и также прогнание является частью этой модели. И вывод именно конкретно в моей работе. В результате выполнения этого реферата я ознакомилась с вами этим фильтрационной модели и рассмотрела ее главные принципы, области применения, некоторые основные уравнения с ними познакомилась. И в итоге могла сделать о областях применения модели и о ее перспективном развитии. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Так, спасибо. Хоть у вас и не отображался нормальный экран, отсоединяйтесь. Следующий, подсоединитесь, пожалуйста, чтобы времени тратить. Перколяционные модели. На самом деле, это класс моделей, которые описываются кинетическими уравнениями, зависящими от скорости, которые все исходят из статфизики. То есть это некоторые вариации статфизики. Но обычно, когда исследуется конкретная модель, то берутся уже финальные уравнения, а как они получаются, обычно пропускается. Так вот, кроме описания в виде дифференциальных уравнений, которые решаются, в 20 веке получила большое распространение имитационное моделирование, имитационный подход к моделированию, а там модель делается с помощью компьютерной программы, соответственно, модель дискретная, поэтому получила большую популярность дискретный подход к непрерывным моделям. Вот перколяционная модель – это фактически дискретная запись уравнений статфизики. Ну и вот сейчас будет Сировская модель, она тоже фактически вариант уравнения статфизики. То есть все это из статфизики идет, один и тот же тип моделей. Давайте заслушаем. Мальков Роман Сергеевич. Да, добрый день. Так, я надеюсь, видно мой экран? Да, видно второй слайд. Так, замечательно. В таком случае я начинаю. Я, как уже меня представили, я Мальков Роман Сергеевич, и сегодня я расскажу вам о модели SIR. Целью доклада является рассмотреть данную модель и некоторые ее особенности. Модель SIR является одной из компартментальных моделей. Такие модели, как правило, работают с системами... Что значит компартментальная модель? Ну, то есть она делится на отсеки. Об этом я расскажу далее. Хорошо. То есть данные системы, как правило, работают с системами дифференциальных уравнений и используются для прогнозирования распространения инфекционных заболеваний, продолжительности эпидемий, а также позволяют оценить различные эпидемиологические параметры. Ну и путем введения необходимых отсеков дополнительных, эта модель позволяет предсказать появление разного рода... влияние разного рода мер общественного здравоохранения на развитие и исход эпидемий. При использовании данной модели у нас есть некоторые допущения. Первым является передача заболевания
то, что передача заболевания возможна только при прямом контакте. А второе, взаимодействие между индивидами из разных отсеков однородно. То есть соблюдается закон массового действия. Количество контактов между индивидами из разных отсеков пропорционально количеству особей в отсеке. Скорость выхода индивида из отсека пропорциональна численности отсека. Отсутствует латентный период заболевания. Инфицированные особи способны заражать восприимчивых непосредственно после собственного заражения. У выздоровевших особей вырабатывается постоянный иммунитет, то есть переход из отсека А в отсек С невозможен. Суммарная численность популяции постоянна, и в модели не учитываются возрастные и половые различия. Поскольку SIR-модель – комплементарная модель, она делится на отсеки. Делится она на следующие отсеки, на отсек S. Это восприимчивые, уязвимые группы людей в случае с контактами с зараженными, они переходят в группу I. Группа I – это уже заразившаяся группа людей. Они способны заражать людей без иммунитета из группы S. Они могут перейти в группу R. Группа R представляет из себя выбывших. Ну, это либо мертвые, либо те, кто выжил. Их, в общем-то, зачастую в одну группу здесь объединяют. И оно действует, эта система по следующей схеме. То есть последовательно популяция перемещается из одной группы в другую. Ну, некоторые индивиды популяции. Из восприимчивых в заразную группу, из заразной в выбывших. Скорость перемещения, transition rate из S в I определяется следующим образом. А скорость перемещения из I в R можно описать уравнением ниже уже. Как уже упоминалось ранее, модели SIR, как правило, вообще комплементарные модели работают с системами дифференциальных уравнений. А данная модель представляет из себя следующую систему дифференциальных уравнений. Отметим, что наше общее число индивидов, будто они заболевшие или не заболевшие, или умершие, они все объединяются все еще в одну популяцию, и число N постоянное. То есть, если мы просуммируем вот эти все числа, то у нас получится константа в любом случае. График представляет, как правило, из себя следующее. То есть мы можем наблюдать, что у нас постепенно число восприимчивых снижается, число заболевших увеличивается и потом снижается по мере увеличения восстановившихся. Также важно поговорить о такой вещи, как репродуктивное число. Оно зависит от нескольких факторов. От частотности контакта между индивидами, от вероятности передачи инфекции в случае контакта и от длительности заражения определяется следующим образом. Важно понимать, что чем больше это число, тем более заразная у нас болезнь. То есть, если у нас R бы равнялось 2, то случаев вторичного заражения было бы 2. А если бы R равнялось, допустим, 16, то оно бы равнялось 16. То есть, в одном бы заразилось 2 человека от одного зараженного, а в другом случае 16, условно говоря. Ну и нужно еще отметить 2 случая. Если наше число репродуктивное больше единицы, инфекция будет распространяться среди популяции. А если меньше единицы, инфекция не будет распространяться и в конечном счете вымрет. Благодарю за внимание.
библиографические ссылки. Вот. Спасибо. Спасибо. И генералов. Здравствуйте, меня слышно? Да. И сейчас посмотрим, меня видно? Да, видно все. И оно двигается, когда я двигаю? Да, да, двигается. Ну так вот, как не повезло, у меня та же самая тема доклада. Но очень я хорошо. Надеюсь, что все равно чего-нибудь интересное расскажу. Так вот, как уже говорили, SIR-модель – это одна из компартиментальных моделей, которая разделяет все население на тех, которые подвержены болезни, те, которые сейчас заражены, и те, которые выздоровели. И в стандартной SIR-модели они могут переходить только вот так вот и с определенной скоростью. Эту скорость мы можем записать в дифференциальном уравнении. И у нас фактически есть вот эти вот два компонента, которые зависят от параметра бета и параметра гамма. Где бета – это параметр, который говорит, насколько быстро мы заражаемся, то есть насколько много один зараженный встречается с другими, и насколько они, вероятно, за этот один контакт передадут. А гамма – это параметр скорости убывания, и если представить это как примерно экспоненциальное распределение, что на самом деле в реальности похоже, то тогда это одна деленная на количество времени, которое один зараженный заражает других. Соответственно, если такое посчитать, и у такой дифференциальной модели есть эксплицитное решение, то тогда получается вот такой вот график. И в реальной жизни, в реальных эпидемиях вроде коронавируса, который у нас недавно был, мы видим только график И, который показывает, сколько сейчас зараженных. И, соответственно, у нас, как у общества, задача, чтобы это число было не слишком большим. Соответственно, у нас есть собственное свойство болезни, которое определяет вот эти вот параметры бета, например. Это, оба из них определяют на самом деле, это число R0. Это количество людей, которые один заразный человек превратит в заразных, прежде чем перестать быть заразным сам. Так что если это число равно двум, то один заражает двух, а эти двое заражают четырех. А если у нас это число равно четырем, то один заражает четырех, и четыре заражают 16. Если бы это был единственный параметр, то тогда бы у нас по экспоненциальному закону все в населении заразились. Но количество тех, кто заражены, меняет то, насколько болезнь может распространяться. Если мы начинаем болеть, то у нас один зараженный и все остальные подвержены. Поэтому все контакты передают болезнь. Но когда все уже заражены, то болезнь расти не может. И когда заражены 50%, то скорость роста болезни снижается примерно на 50%. Поэтому параметр R, не R0, это значение, насколько оно быстро распространяется сейчас. Когда R больше единицы, это значит, что количество новых зараженных с каждым циклом увеличивается. Когда количество равно единице, это значит, что один больной сейчас создает одного больного потом. И это значит, что у нас заболевание эндемическое. Оно не растет и не убывает. И когда оно меньше, чем один, то это значит, что не все контакты находят нового заболевшего, кому передать болезнь. И тогда она на спадке. Соответственно, про что можно еще сказать, это то, что стандартная модель SIR существует, но она не очень похожа на то, как большинство болезней, с которыми мы встречаемся, действуют. А в частности, одна из полезных улучшений этой модели – это то, что те, кто стали R, те, кто умерли или приобрели иммунитет, могут перестать
не то слово, могут перестать иметь иммунитет. И это, соответственно, делает систему не настолько легко стабилизирующейся. Мне кажется, ее сложнее решение найти тогда в дифференциальных уравнениях, если это расписать. И тогда у нас получаются эффекты вроде второй волны, которую мы можем посчитать, и в итоге у нас стабилизируется число i на каком-то уровне, что, соответственно, было одно из предсказаний по поводу коронавируса, что он станет регулярной болезнью, которая присутствует эндемически в населении. Соответственно, чего мы из этой модели можем интересного узнать? Ну, один параметр – это то, насколько высокий пик, и в частности, превышает ли он в какой-то момент то, насколько мы способны с ним справляться. Потому что есть параметры вроде количества болезней или количества больниц или количества лекарств, которые определяют, насколько много из больных людей смогут стать в группе R посредством выздоравливания, а не посредством умирания. Потому что мы как общество считаем, что посредством умирания это не очень оптимально. Соответственно, у нас задача медицинских интервенций в том числе, что называется, сгладить кривую, чтобы вот это вот высокое значение было не настолько высоким, и чтобы оно не превышало прямую способность нашей системы здравоохранения, которую, если бы тут другая картинка уместилась на слайд, мы также можем начать кривить вверх, повышая количество больниц и лекарств, которые мы производим. Другой параметр модели, который интересен, это длина хвоста. Длина времени, когда у нас есть пренебрежимо малое количество людей, которые заболели, которые еще могут других заразить, потому что если таких все еще есть, и мы затем перестанем заниматься карантином и заниматься другими интервенциями, то у нас опять же та же самая вторая волна произойдет, потому что большинство населения не имеют еще иммунитета к болезни, что как раз хорошо, потому что это значит, что они еще ее не встречали никогда. И, наконец, последнее значение, которое я здесь рассматривал, это финальное количество тех, которые в группе R, потому что, как опять сказано, какая-то часть этих стала R, потому что они умерли, и это мы считаем неоптимальным. С другой стороны, если параметр R выше определенного порога, который кажется 1 делить на R0, это такая ситуация, которая называется стадный иммунитет, при которой новые заболевшие не встречаются с достаточным количеством подверженных, чтобы R в этой ситуации был больше нуля. И на этом кадре как раз было, что количество R меньше единицы, что значит, что заболевание сейчас падает. Соответственно, из базовой модели SIR можно вынести вот эти вещи. Еще можно улучшить модель, как на этом видео, с тем, что точки, которые могут быть SIR, дискретные и существуют в пространстве и двигаются по пространству. И еще можно добавлять других отсеков. Например, для коронавируса был E, которые имеют вирус, но еще не передают его другим, потому что это был довольно значительный компонент в анализе этой болезни. И, короче, много чего интересного можете получать, но для моей презентации это в целом все, поэтому спасибо за внимание. Да, большое спасибо. Действительно, очень интересная и глубокая модель. И эта же модель, то есть СИР, это можно считать непрерывный вариант модели перколяции, потому что именно для инфекционных моделей интенсивно применяют модель перколяции для того, чтобы производить имитационное моделирование с помощью агентного подхода.
Ну, вот все модели об одном и том же. И, значит, тогда давайте перейдем к проектам. А, здравствуйте, я тоже сегодня вроде должна была отвечать. А вас спросили с утра, вы почему-то не стали отвечать. Чуть-чуть опоздала, извиняюсь. Ну вот в следующий раз опоздавшие будут исключены. Давайте, подключайтесь. Презентацию видно? Да. На весь экран. А, не получится. Давайте. Ну, тема моего доклада – это модель экономического роста СОУ. Итак, докладчик Сунгур Умриян, студентка группы НКНВД 01-21. Цель моего доклада – рассмотреть модель экономического роста СОУ. Начнем с теоретического введения. Роберт Мертон СОУ – это американский экономист. Именно он является автором, очевидно, модели СОУ. И он также лауреат Нобелевской премии 1987 года за фундаментальные исследования в области теории экономического роста. Рассмотрим основной вопрос теории экономического роста. Он состоит в том, как объяснить различия в уровне жизни между странами на данный момент и в перспективе. Ну, искать ответы можно на поверхности. Во-первых, численность населения в разных странах различна, запас средств производства или иными словами капитала и природных ресурсов тоже различается, а также уровень технологий, знаний и навыков различается. Еще инфраструктуры и организации. Объем ВВП экономики, обозначим его за Y, зависит от количества рабочих часов, обозначим за L. Запасы средств производства или, иными словами, капитала, обозначим через K, и уровень технологий или знаний обозначим это через переменную A. Производственная функция ставит в соответствие факторы производства и объем созданной добавленной стоимости. В данном случае производственная функция записывается следующим образом, но ее можно также записать K и произведение L на A в данном случае. У этой производственной функции есть следующие свойства. Во-первых, все факторы производства необходимы для того, чтобы функция не обнулялась, то есть вот данное выражение выполняется. Также предельный продукт труда, капитала и знаний положителен. Что такое предельный продукт труда? Это величина изменения выпускаемой продукции при использовании дополнительной единицы труда, в частности, при найме нового работника. А также выполняется закон убывающей предельной производительности. Что такое закон убывающей предельной производительности? Это, ну, он гласит, что в краткосрочном периоде, начиная с некоторого момента, каждая последующая единица ресурса приносит все меньше отдачи. Производственная функция также обладает свойством постоянной отдачи по масштабу труду и капиталу, то есть верно следующее равенство. А что означает вообще постоянная отдача от масштаба по труду и капиталу? Это означает, что общий продукт изменяется пропорционально увеличению всех вводимых ресурсов. Ну, собственно, что в этом равенстве видно. Если мы продифференцируем уравнение по гамма, альфа, то получим, что для производственной функции с постоянной отдачей по масштабу по труду и капиталу выполняет следующее равенство. Так. Капитал и свойства капитала. Ну, начнем со свойств капитала. Во-первых, он используется в процессе производства, но не расходуется полностью в рамках производственного цикла, а также обладает ценностью и рыночной стоимостью. В модели СОУ капитал – это единый вид богатства, а в общем это часть совокупного богатства нации. Также в модели СОУ рассматривается закрытая экономика, то есть отсутствует экспорт и импорт. Фирмы максимизируют свою прибыль и работают в условиях совершенной конкуренции. Также темпы технологического прогресса, обозначенных через G, рост населения N и нормы выбытия капитала постоянны, а время изменяется непрерывно. Рассмотрим задачу фирмы. В рыночной экономике производство осуществляется частными компаниями и своими фирмами. Фирмы принадлежат каким-то владельцам или акционерам, которые заинтересованы в максимизации ее стоимости, то есть максимизации дисконтированного потока прибыли от ее деятельности. Что такое дисконтированный денежный поток? Это финансовая модель, которую используют для оценки стоимости бизнеса, то есть стоимость какой-то компании определяют, оценивая стоимость ее будущих денежных потоков. В модели SOLO задача максимизации стоимости компании эквивалентна задаче максимизации прибыли в каждый момент времени. Фирмы оплачивают стоимость труда и
W здесь заработная плата, также они оплачивают арендную стоимость капитала, то есть плату они платят за единицу аренды капитала, и в данном случае R — это процентная ставка, а также в форме присутствует норма износа капитала или амортизация. Это так называемая стоимостная оценка износа капитала за какой-то период времени. Также мы можем предположить, что, ну, предположим, что рынки товаров и факторов производства являются конкурентными. Конкурентный рынок — это такой рынок, когда каждая из фирм не влияет на цены труда и капитала и не воспринимает их как заданные, то есть они являются пассивными участниками рынка и соглашаются с ценами. Цены ресурсов совпадают с предельным продуктом от их использования, то есть цены ресурсов совпадают с предельным продуктом от использования на конкурентном рынке, когда рынок находится в равновесии. Предельный продукт использования ресурсов — это дополнительный выпуск или результат, полученный за счет использования еще одной единицы ресурса при сохранении других ресурсов постоянно. Это, как я уже говорила выше, для труда и капитала. И так как рынки конкурентные и выполнено свойство постоянной дачи масштаба по труду и капиталу, можем получить следующую формулу. Рассмотрим далее задачу домашнего хозяйства. Домашнее хозяйство обладает единым бюджетом, доходами и расходами. В рыночной экономике домашние хозяйства являются собственниками факторов производства, это труд и капитал, а также получают доходы от их использования. Домашнее хозяйство распределяет располагаемый доход между потреблением, CAT, и личными сбережениями, SPT, от английского personal savings, кажется. Потребление – это расходным хозяйством на покупку, во-первых, товаров текущего потребления, товаров длительного пользования и услуг. В модели SOLO предполагается, что фиксированная доля дохода идет на сбережения. А в двухсекторной экономике, которая также рассматривается в модели SOLO, двухсекторная – это значит, что мы рассматриваем только домохозяйство и фирмы, все, что производится, тратится на потребление и инвестиции. Можно рассмотреть также следующую схему для данной модели. Это здесь у нас отображены домохозяйства, они потребляют товары с рынка товаров и услуг, и выручка идет на фирмы. Фирмы, в свою очередь, тратят выручку на оплату факторов производства, на рынке факторов производства, а также инвестируют в рынок товаров и услуг и вкладывают свои сбережения в финансовый рынок. Домохозяйства получают доход с рынка факторов производства, так как они ими владеют. Их личные сбережения также поступают на финансовый рынок, а финансовый рынок, в свою очередь, может предоставить заемные средства фирмам. Рассмотрим основное уравнение динамики модели SOLO. Введем такую переменную, как K малая, которая будет капиталовооруженностью труда, где L от T, как я уже выше говорила, это труд, K от T – капитал, A от T – параметр и технологического прогресса, и все это в какой-то момент времени T. В момент времени T капитал увеличивается на величину инвестиций, то есть на I от T, и изнашивается на дельта K от T. Таким образом, можно записать производственный капитал по времени следующим образом. Также мы предполагали ранее, что темп роста населения технологического прогресса постоянный, то есть выполняет следующее равенство, и можно вывести следующее уравнение для вычисления производной капиталовооруженности. Здесь L с точкой от T — это производная труда по времени, A с точкой от T — это производная эффективность труда по времени, и если инвестиции на единицу эффективного труда превышают выбытие капитала на единицу активного труда, то капиталовооруженность постоянной эффективностью K растет, и в противном случае она будет падать. В стационарном состоянии уровень капитала на единицу эффективности труда K постоянный, то есть производная от K по T, K от T, K малое T равно нулю. Значит, мы можем выразить устойчивый уровень капитала вооруженности труда с постоянной эффективностью K звездочка из следующего уравнения. Равновесное состояние модели SOLO. Здесь его можно видеть на графике. Что это все означает, я сейчас скажу. K с двумя звездочками. На чем это все? Y с двумя звездочками — это стационарный уровень ВВП на душу населения. И с двумя звездочками — это стационарные инвестиции на одного работника. Тогда разница между ними — это стационарный уровень потребления на душу населения. У нас есть вот это состояние К звездочка, оно является
равновесным. То есть если расположение капитала у нас находится в К1, то инвестиции превышают выбытие капитала, и значит капитал вооруженности будет увеличиваться, пока не достигнет уровня К-звездочка. Если же наоборот у нас запасы в точке К2, то инвестиции меньше, чем выбытие, и запасы будут снижаться и все равно приблизиться к этой точке, поэтому она называется равновесной. Также устойчивый рост возможен, согласно модели SOLO, устойчивый рост возможен только в случае роста параметра А, это технический прогресс. Также про нормы сбережений. Норма сбережений, обеспечивающая максимальную устойчивость уровня потребления, равна эластичности выпуска капитала в устойчивом состоянии, соответствующем этой норме сбережений. И вот эта эластичность выпуска капитала в устойчивом состоянии, это называется золотым правилом нормы сбережения, то есть оптимальный уровень нормы сбережения в модели SOLO. Так, что такое эластичность? Забыла сказать. Это мера чувствительности одной переменной к изменению другой, показывающей, на сколько процентов изменится первая величина при изменении второй на 1%. Также нужно сказать, что рост нормы инвестирования приводит лишь к временному увеличению темпов роста, в то же время нельзя полностью отказаться от инвестиций, потому что роста тогда вообще не будет. Выводы. Разработанная SOLO-модель экономического роста объясняет важность инноваций и технического прогресса. Однако, если ресурсы труда и капитала ограничены, то вклад технологий в рост экономики безграничен. Только технологический прогресс может дать больший объем ВВП при заданном количестве труда и капитала. Рассуждения SOLO, они основываются на том, что общество сберегает определенную постоянную долю своих доходов, население и предложение рабочей силы растут с постоянной скоростью. Капиталоемкость, то есть капитал на одного работника, можно регулировать. Капиталоемкость определяется ценовыми факторами производства. Но, однако, из-за снижения предельной доходности вливание каждой дополнительной единицы капитала, то есть положение капиталоемкости, будет вносить все меньше и меньше вклад в прирост производства. Это приведет к тому, что производство на душу населению и реальная заработная плата больше не будут расти. В результате двигателем экономического прогресса и дохода в долгосрочной перспективе можно назвать только технологическое развитие. Список использования литературы. Спасибо за внимание. Это все. Спасибо. Виктор Сергеевич, можно задать вопрос? Да. А может первой выступить группа NFI с проектом «Стахастические горения»? А что случилось? Да просто. Проявляем инициативу. Давайте по очереди все-таки пройдемся. Значит, 020301, проект 1. Да. Есть кто-нибудь, нет? Да. Меня слышно? Да, давайте. Так, сейчас. Видно? Ничего не видно пока еще. А, понял. Так. Так, сейчас хоть должно быть видно. Экран видно, а презентации нет. Пожалуйста, все приготовьтесь. Видно? Нет? Презентации нету. Есть экран ваш. Но нет презентации. Не слышно вообще? Да, слышно. Ты, Teams, показываешь, у тебя во второй вкладке презентация есть. Вы презентацию можете включить? Может быть, проблема в том, что видно только программу этого Firefox и не то, что другое? Okay. Или нет? Вот сейчас все хорошо.
Я просто не слышу никого. Почему-то. Давайте тогда перейдем к следующему проекту. Будем считать, что этот проект не защищен. Ладно, мне пишут «просто говори», поэтому я буду просто говорить. Это первый... Значит, если в следующий раз такое будет повторяться, будем отмечать как незащищенный проект. Демидова Екатерина, Ясмонов Мальц Фигур и Сунгурова Марьян. Перенос чужих родов в терминологически более изящную форму редко расценивается как научные достижения, сказал основоположник фрактальной геометрии Бенуа Б. Мандельброд. Ну, существуют разнообразные физические процессы, основная черта которых неравновесная агрегация. Ну, классическими примерами могут быть образование частиц сажи, выращивание кристаллов соли. Да, ну, например, мы в солевом растворе погружаем нити, и к этой нити начинают прикрепляться частицы соли. А они начинают агрегировать, ну, вырастает общий агрегат, который является некоторым фракталом. Во всех этих случаях происходит необратимое прилипание частиц к растущему кластеру, и вырастают такие разветвленные формы. Ну, если условия близки к равновесным, когда возможно как прилипание частиц, так и их обратный переход в раствор, то кристаллы будут правильны. Объекты предмета исследования у нас модели неравновесной агрегации. Мы рассмотрим несколько различных вариантов. Фрактальная размерность, о которой я объясню чуть позже, и график зависимости числа частиц в кластере от радиуса герации. Цель работы – построить модели неравновесной агрегации и выявить их особенности. И, соответственно, задача у нас – построить модель агрегации ограниченной диффузии, сеточную и бесеточную, построить модель баллистической агрегации, найти размерность получившихся кластеров и построить график зависимости числа частиц в кластере от радиуса герации. Ну, теперь теоретическое описание задачи. Для начала, что такое фрактальная размерность? Ну, если мы возьмем прямую, у нее отрезок, у нее размерность 1. Что это значит? Что мы можем покрыть его квадратиками со стороной эпсилон, и количество этих квадратиков будет пропорционально числу 1 поделить на эпсилон. Для некоторой области на плоскости размерность будет 2, то есть мы покроем квадратиками, количество квадратиков со стороной эпсилон, которыми мы покроем эту область, будет пропорционально 1 поделить на эпсилон в квадрате. Ну, аналогичное понятие мы введем для фрактала. То есть у нас количество квадратиков со стороной эпсилон, которым мы можем покрыть квартал, будет пропорционально какому-то числу 1 поделить на эпсилон в d, в степени d. И наша задача, собственно говоря, найти это d. Ну, аналогично мы можем увидеть, что логарифм n от эпсилон, он будет пропорционален, соответственно, логарифму 1 поделить на эпсилон d. То есть он просто будет пропорционален d умножить на логарифм 1 поделить на эпсилон. Ну, естественно, d, нашу фрактальную размерность, мы можем определить как предел отношения вот этого количества, логарифма количества квадратиков к логарифму 1 поделить на эпсилон. Ну, если мы будем строить график количества логарифма, количество квадратиков, которые мы можем покрыть наш фрактал к радиусу, к радиусу герации этого фрактала, то мы получим, что точки будут располагаться возле прямой, некоторой такой прямой.
Так, ну теперь перейдем, собственно говоря, к нашим моделям. Первое – это агрегация ограниченной диффузией. Это первая модель агрегации, разработанная Виттеном и Сандером в 1981 году. Она представляет шумный рост ограниченной диффузии. Этот процесс довольно распространен в природе, и простой алгоритм дает хорошее представление о крупномасштабной структуре многих природных объектов. А алгоритм таков. Предположим, что мы начинаем с центра зарождения, с единственной частицы, которую мы располагаем в начале координат. Затем выпускаем еще одну такую же частицу в случайной точке на некотором расстоянии. Новые частицы разрешаются диффундировать, то есть делать шаги длиной А в случайных направлениях, пока она не окажется в пределах А от первой частицы. Когда новая частица оказывается на расстоянии меньше либо равно чем А, чем первая, ну, наша главная частица, то она прикрепляется к нашей главной частице, и у нас получается агрегат уже из двух частиц. Далее мы запускаем следующую частицу, она тоже начинает диффундировать, пока в какой-то момент не прикрепится к одной из двух частиц, которые уже находятся в агрегате. И так далее у нас получается нарастание кластера. Ну, то есть кластер размера n является результатом добавления n минус одной частицы к исходному центру. У получающегося кластера может быть много различных форм. Преимущественно зависящих от трех факторов. Это положение центра агрегации, начальное положение движущейся частицы и алгоритм, сам алгоритм моделирования движения. По алгоритму движения частицы существует два подхода к моделированию белой, ну, агрегации ограниченной диффузии. Один работает с фиксированной сеткой, а другой без сетки и использует частицы. Эта разница отражена во многих методах моделирования. Сетка обеспечивает жесткую структуру, которая упрощает модель. В этом случае частица может двигаться только по одному, как одному из четырех своих соседей. Работа как без сетки дает больше свободы и ближе к тому, что происходит в реальности обычно, но она намного сложнее для программирования и необходимо делать больше вычислений для того, чтобы промоделировать ее. Следующая модель – это агрегация, ограниченная химической реакцией. Ну, она нужна в случае, когда надо проанализировать процессы, кинетика которых определяется химическим взаимодействием. В данном случае вероятность прилипания частицы кластера она меньше единицы. То есть то, что мы оказались на расстоянии А от кластера, не означает, что частица к нему прикрепится. Она может еще пройти дальше. Из-за этого частицы имеют возможность проникнуть глубже внутрь кластера, и формируются агрегаты более плотные, чем в предыдущем случае. Соответственно, у них будет большая размерность. Вероятность прилипание к единственному соседу, очевидно, должна быть меньше, чем к двум, так как во втором случае могут образоваться несколько связей. Очевидно, что связь тем прочнее, чем больше соседей у данной частицы. Повышение вероятности прилипания частицы к точкам кластера, характеризующимся более высокой локальной плоскостью, также способствует его более компактному росту. Действительно, введение в модель указанных изменений в совокупности с постепенным уменьшением вероятности реакции приводит к непрерывному увеличению фрактальной размерности кластера вплоть до даже размерности пространства. Ну и следующая модель – это баллистическая агрегация. Она похожа на модель агрегации ограниченной диффузии. Отличие, правда, состоит в том, что частица двигается по прямой в случайно выбранном направлении – до столкновения с частицей и последующей агрегации. Особенностью данной модели является высокая скорость вычислений, так как
направление выбирается один раз, и частица агрегируется или выходит за границы радиуса уничтожения намного быстрее. Итоговая структура, сгенерированная с помощью данного метода, получится более плотной, чем при использовании DLA, поскольку частица движется прямолинейно, а не моделирует броуновское движение. Мне Даша звонит. Окей. Ну да, ну и тут еще есть кластерная организация, но Даша мне сказала завершать, окей. Выводы. Во время первого этапа мы сделали теоретическое описание неравновесной агрегации и определили задачи дальнейшего исследования. Спасибо. Значит, недостатки какие? Ну, докладчик не подготовился совершенно, рассказывал долго, то есть крал чужое время. Непонятно, о чем говорил. По требованиям проекта нужно было сделать описание модели, явления и мат-модели, которая в дальнейшем будет исследоваться. А докладчик пошел описывать кучу моделей и еще и на алгоритмы пошел. Извините. То есть совершенно несобранный доклад. Спасибо. Извините, Сергеевич. Давайте мы... Да. Извините. Мы описали все модели, которые мы хотим сделать. Мы действительно планируем сделать все, которые... Значит, все нельзя сделать модели. Но там в книжке, которую вы дали, в задании было написано, может, значит, мы неправильно поняли. Значит, у нас есть, когда вы делаете диссертацию, вы выступаете с одной конкретной моделью, а вы хотите сделать 10 моделей в одной диссертации. Это уже перебор. Но все равно алгоритмы исследований... совершенно не нужно было. Так, проект номер 5, 02-03-01, проект номер 5. Есть кто-нибудь? 02-03-01, проект номер 7. Это кто? Седьмой проект. Да, давайте. Так, там кто-то говорит. А можно быстренький вопрос сначала по выступлению? Да. В Туисе было написано, что все должны выступать, все участники группы, или можно только одно? Предполагается, что все участники группы выступят, но на каждом этапе проекта свой человек выступать будет. А, хорошо, хорошо. Или вы хотите так. Акапелла выступить? По очереди. Так, давайте, как вам угодно, пожалуйста. Время не крадите. Так. Проект номер 7. Образование планетной системы. Угу. Начнем. Мы сейчас обсудим образование планетной системы и потом, собственно, образование Солнечной системы. В целях у нас потом будет создание модели образования Солнечной системы. Сначала небольшое теоретическое отступление. Так, сейчас, секундочку. Вот. Согласно теории Фридмана Леметра гамма возникновение с Вселенной произошло из точки в результате большого взрыва примерно 13,7 миллиардов лет назад. Вот этот момент и является таким неким моментом отсчета, и на тот момент Вселенная имела очень малый размер и высокую плотность и температуру. Дальше у нас идут просто... Ну, еще периоды невероятно короткие по времени. Например, самая ранняя эпоха – это Планковская. Она длилась порядка 10 в степени минус 43
секунды. И в это время гравитационное взаимодействие отделилось от остальных взаимодействий. И дальше у нас уже начался новый период, тоже за считанные секунды, период космической инфляции. Получается, после окончания этого периода Вселенная представляла собой сгусток кварк-глюонной плазмы. Потом через 10 в минус 5 степени секунды Вселенная остыла настолько, что стало возможным объединение этих самых кварков и глюонов, протоны и нейтроны. Потом образовались элементарные частицы, простейшие ядра дейтерия и гелия, и примерно через 400 тысяч лет температура понизилась настолько, что стали возможными рекомбинации электронов с протонами и существование устойчивых атомов водорода. Очень слабые нерегулярности в распределении движения вещества Вселенной усилились и из-за гравитационной неустойчивости привели к возникновению сильных неоднородностей, которые называются протоскопления. Все вот это вот, все эти уплотнения привели к гравитационной неустойчивости, что дало начало протогалактикам. И в результате протогалактических, фрагментации протогалактических облаков произошли первые галактики, в которых шло формирование звезд. Звезды у нас эволюционируют, и массивные звезды, которые несколько раз больше Солнца, они как бы тоже эволюционируют, превращаются в сверхновые звезды, и проходя этап красного гиганта, они сбрасывают оболочку мощным взрывом. Данная оболочка становилась межзвездным газом и пылью. И вот газопылевое облако, из которого позднее образовались планеты и Солнце нашей Солнечной системы, имело не нулевой момент импульса, то есть вращалось. И по мере гравитационного сжатия газопылевого облака расстояние всех его частей от оси вращения сокращалось, и скорость вращения вращающего облака увеличилась в плоскости перпендикулярной оси вращения. Сжатие происходило медленнее, поэтому у нас получалось из шаровидного облака такое более плоское, и из-за гравитационной неустойчивости отделилось некое кольцо вещества, которое... А облако продолжало сжиматься и вращаться еще быстрее, и как бы опять новое кольцо вещества отделилось, и эти кольца вещества образовались в планеты, сгустились в планеты. Для того, чтобы нам создать модель, нам нужно знать несколько формул. Например, потенциальная энергия гравитационного взаимодействия одной частицы со всеми остальными описывается вот таким вот образом. Далее полная потенциальная энергия системы. Также нам понадобится сила отталкивания и энергия отталкивания. Единичный вектор вдоль силы трения для двухмерной модели и вектор силы трения. Потом радиус частицы, координаты частицы и скорость частицы. И для того, чтобы нам сделать модель, нам нужно применять все эти формулы. Сначала смоделировать движение n точек в некой плоскости, и потом вот добавляя потихоньку формулу, то есть добавляя движение всех этих частиц, мы смоделируем именно трехмерный случай взаимодействия частиц, что и будет моделью Солнечной системы. И все. Хорошо, вот это вот корявое спасибо за внимание, не стоит делать. Значит, 020301, проект 8. Добрый день, я на линии. Одну секундочку, сейчас открою. Всем видно презентацию? Да, видно. Давайте, да. Благодарю.
Что ж, без лишних колебаний давайте приступим. Добрый день, перед вами я, докладчик с направлением КНБД 0121 со своей группой Юсуповым Эмилием Артуровичем, Серджидиновым Камалединым Джамалединовичем и Абусувелимом Мухабидом Мунифиловичем. Готовы представить вам доклад по первому этапу нашего проекта «Колебания цепочек». Я уже успел вам всем представить, давайте сразу перейдем к вводной части, не будем тянуть. Давайте начнем сперва с актуальности нашей модели. Наша модель будет актуальна для моделирования поведения металлических цепей, электрических цепей, акустических систем и биохимических реакций. И также будет она актуальна для моделирования более сложных физических моделей и процессов, потому что атомные цепочки встречаются во многих моделях, а не только сама по себе. Нашим объектом исследования является колебание цепочек, а предметом – математические модели колебания цепочек. У нас есть определенные цели и задачи. Целью нашей работы является построение математической модели колебания цепочек. Для достижения поставленной цели нам необходимо совершить следующие шаги. Нам надо исследовать, какие условия необходимы для установления равновесия, ибо как исследовать колебания, если мы не знаем, в каком момент они могут закончиться у нас. Исследовать, как происходит приближение к равновесию для более точного моделирования самого процесса. Исследовать, какие интересные явления возможны при простейшем одномерном случае. Идем дальше. Используемые концепции. Из литературы, которая будет приложена в конце презентации, мы нашли следующие моменты. Гармонические колебания – это колебания, при которых физическая величина изменяется течением времени по гармоническому, то есть синусоидальному, либо косинусоидальному закону. Давайте рассмотрим следующие формулы. Мы рассматриваем колебания цепочек атомов как некое взаимодействие объектов на пружинках. Поэтому очевидно то, что у нас есть формула с коэффициентом жесткости связи и теми или иными растяжениями. То есть F ита равно K на дельта по Y. Для нашей системы у нас есть и полная формула энергии. Она выходит через формулу F равно M на A, и мы получаем это некое А через второй дифференциал уравнения движения. Всем видно формулу? Едем дальше. Да. Также у нас есть такой случай, когда у нас для реальных пружин линейное выражение для возвращающей силы F равно минус KX неверно. Оно верно у нас будет только в определенных случаях, если у нас деформация более-менее равномерная, если она очень сильная в ту или иную сторону, то есть либо растяжение связи у нас будет сильное, либо сжатие сильное, то она будет неверна. И поэтому формула у нас трансформируется в немного другой объект. F равно минус kx на 1 минус альфа x, деленное на d. Где d – это у нас длина связующего элемента, то есть, допустим, в нашем случае пружина. И таким образом наша формула немного изменяется. И выражение энергии становится следующим. Что ж, перейдем к математическим моделям. У нас есть модель гармонических колебаний, то есть у нас n точных частиц массы m соединены между собой пружинами жесткостями k. Да, это у нас такое упрощение. Крайние частицы прикреплены пружинками не подвижным стенкам. Всего пружинок будет n плюс 1 и длина каждой из них d. Частицы могут двигаться только вдоль прямой. И у нас есть модель агармонических колебаний. Агармоническая цепочка – это цепочка, в которой связи между элементами не являются линейными и включает нелинейные эффекты, что приводит к более сложному поведению системы. Такие цепочки могут использоваться для изучения различных явлений физики, математики и других областях науки. Например, той же самой химии. Подведем же итоги. Мы определили объекты, предмет исследования, мы описали используемые концепции, мы рассмотрели виды математических моделей для реализации проекта и поняли то, что колебания бывают разных видов, гармонические и ангармонические. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Так, пожалуйста, девятый проект.
02.03.01. Так, все. Да, видно? Да, все видно. Да, давай. Здравствуйте. Итак, мы студенты группы НКНБ-0121, и мы хотим представить вам первый этап нашего группового проекта по теме «Рост дендритов». И сейчас я и моя команда расскажем вам о нашем проекте. Итак, что же такое дендрит? Дендриты – это древовидные кристаллические структуры, которые играют ключевую роль в определении микроструктуры и, следовательно, физических свойств материалов. Также они образуются в процессе кристаллизации из переохлажденного расплава. Процесс роста дендритов зависит от множества факторов, и, исследовав механизм их формирования, можно научиться изменять свойства различных сплавов. А это уже в свое время значит, что наше исследование имеет и практическую значимость. В процессе формирования таких кристаллических структур ключевым является понимание и управление механизмом роста дендритов, поскольку именно он определяет конечные физические свойства материалов. Рост, происходящий в результате кристаллизации, существенно влияет на микроструктуру и, как следствие, на механические, электрические и тепловые характеристики материалов. Особенностью является чувствительность во время роста к ряду факторов, например, переохлаждение расплава, скорость охлаждения, наличие примесей и поверхностное натяжение. Таким образом, проблема заключается в управлении и предсказании морфологии дендритной кристаллизации в переохлажденных расплавах. А наша задача заключается в разработке теоретических и численных моделей, способных предсказывать динамику роста дендритов и их влияние на микроструктуру сформированных материалов. Да, таким образом, решение этой проблемы открывает новые возможности для оптимизации процесса производства материалов с высокими эксплуатационными характеристиками и также для создания новых материалов с уникальными свойствами. Сейчас мы расскажем, чем мы, собственно, будем заниматься в качестве нашей проектной деятельности. Сначала мы напишем программу, которая у нас будет моделировать теплопроводность. Мы зададим вот эту начальную температуру, равную нулю везде, кроме центральной точки, и исследуем, что у нас будет происходить. Дальше мы добавим затвердевание, исследуем влияние начального переохлаждения и величины капиллярного радиуса на форму наших дендритов, которые будут образовываться. После мы исследуем зависимость от времени числа частиц в агрегате и его среднеквадратичного радиуса в различных режимах, определим фрактальную размерность полученных образцов и в конце исследуем, как у нас влияет тепловой шум на вид образующихся агрегатов. Так, давайте сейчас немножко углубимся в формулу. Ну, не углубимся, я просто поверхностно расскажу про то вообще, что мы будем использовать. Для начала у нас идет безразмерное переохлаждение. Данная формула используется для определения степени переохлаждения расплава. Безразмерное переохлаждение, оно может нам позволить оценить, насколько сильно вообще наша температура сплава ниже температуры плавления. А это критический параметр, который влияет на начало процесса кристаллизации. Далее уравнение теплопроводности, которое используется для моделирования изменений температуры в материале с течением времени. Затем идет условие Стефана для скорости, это вот V, используется для определения скорости движения границы кристаллизации. Оно как бы связывает скорость роста кристаллической фазы с температурными градиентами границы между твердой и жидкими фазами. Вот. Дальше, следующий слайд. Условие Гибса-Томпсона у нас используется для корректировки температуры на границе кристаллизации с учетом кривизны границы. Оно показывает, как изменение радиуса кривизны границы влияет на локальную температуру плавления, что критически важно для понимания условий роста. И последняя формула – это кинетическая кодификация температуры на границе. Формула используется для учета влияния скорости роста кристалла на температуру на его границе. Позволяет учесть кинетическое подавление роста кристалла, которое происходит из-за необходимости преодоления энергетических барьеров для добавления новых атомов в кристаллической решетке. Собственно, какие сделать можно выводы? Наш проект о росте дендритов при охлажденных расплавах имеет большое значение для материаловедения. В своем проекте мы исследуем механизмы роста дендритов, что теоретически поможет оптимизировать производственные процессы и создать материалы с уникальными свойствами.
В наши планы входит моделирование теплопроводности, анализ влияния различных параметров и использование всех важных формул, которые только что объяснил мой коллега. Немного пафосно так говорить, но мы надеемся, что наш проект поможет нам лучше понимать процессы, происходящие в материаловедении, и откроет новые возможности для, соответственно, материала. На этом у нас все. Спасибо. 02-03-02, проект номер один. Здравствуйте, мы готовы. Извините. Здравствуйте. Там проблемы какие-то. Здравствуйте. Да. Извините, у меня проект номер 5-02-03-01. Когда я вызвал, вы не ответили. Да, я слышал. Ну, значит, вы не захотели не успел, отвечать. Потому что другой человек уже... Значит, вы ответил. Не захотели отвечать. Все. Значит, проект номер 1. Я захотел. Подскажите, пожалуйста, видно что-то? Да, все видно, да. Отлично. Здравствуйте, мы рады представить вам проект «Неравновесная агрегация. Фрактальные кластеры. Первый этап». Его подготовили Арестова, Желдакова, Гнатюк, Гарут и Гайдамака. Следующий слайд, пожалуйста. Целью нашего исследования было реализовать сеточную модель диффузно-ограниченной агрегации, бесеточную модель диффузно-ограниченной агрегации, модель химически ограниченной агрегации, модель баллистической агрегации, модель кластер, кластерной агрегации и проанализировать модели методами нахождения фрактальной размерности. Нашей задачей было описать объект исследования, его модельную часть и математическую реализацию. Следующий слайд, пожалуйста. Будем исследовать физический процесс прилипания случайно блуждающих частиц к кластеру, неравновесную агрегацию. Рассмотрим модели с одной и несколькими затравочными частицами с неединичной вероятностью прилипания, с различными траекториями движения частиц и движением кластеров. В мире существует множество типов агрегаций. Рассмотрим некоторые из них, которые будем моделировать, а также их модели. Самый простой вариант – это диффузионно-ограниченная агрегация. Модель выглядит следующим образом. Будем рассматривать плоское поле с затравочной частицей в центре. С некоторого расстояния от этой частицы выпускается новая, которая случайно блуждает по полю. Если она приближается на достаточно малое заданное расстояние к другой частице, то прилипает к ней и выпускается следующая частица. Таким образом образуется плоский кластер из частиц. Следующий слайд. Рассмотрим тот же тип агрегации, диффузионно-ограниченную, но смоделированной на сетке. На поле теперь уже есть регулярная сетка, и частица помещается в центральную клетку. С некоторого расстояния выпускается новая частица, и она делает шаги в одном из четырех направлений, ну, случайно выбирает направление. И если это новая частица, а если другая частица оказывается в соседней клетке, к новой частице, то новая частица прилипает. И получается в итоге похожий плоский кластер из частиц. Следующий вид – это химически ограниченная агрегация. Давайте рассмотрим. Опять-таки у нас имеется регулярная сетка, в центр которой помещается затравочная частица, то есть частица, заполняющая пустоту, и которая начинает процесс агрегации. С некоторого расстояния от центра выпускается, соответственно, новая частица, и она может совершать движение, свои шаги в четырех направлениях, делая их случайно. Если она оказывается в соседней клетке с другой частицей, то прилипает, но уже не точно прилипает, как в предыдущем случае, а с некоторой вероятностью соседних частиц. То есть чем больше соседних частиц, тем вероятнее, соответственно, что она прилипает. Ну и, соответственно, если она слишком от центральной частицы, то уничтожается, и в агрегат она не попадет. Следующий слайд, пожалуйста. Далее баллистическая агрегация. Через поле с регулярной сеткой здесь уже у нас проходит прямая линия из частиц, то есть некоторое количество частиц. С ней выпускается новая частица, и движется она уже по прямой линейной траектории.
если она оказывается в соседней клетке с другой частицей, то прилипает. Также, соответственно, если слишком много в агрегат не попадет и уничтожается. А теперь рассмотрим кластер-кластерную агрегацию. Она состоит в том, что в нескольких точках поля с регулярной сеткой помещаются затравочные частицы, и с некоторого расстояния от затравочных частиц выпускается новая частица. Новая частица случайно блуждает, делая шаги в одном из четырех доступных направлений. Если новая частица оказывается в соседней клетке другой частицы, то прилипает. Если новая частица уходит дальше, чем удвоенный максимальный радиус агрегата, то уничтожается. На каждом шагу кластеры могут сместиться в одном из четырех направлений с вероятностью обратно пропорциональной их размеру. А теперь давайте рассмотрим методы анализа моделей агрегации. Первый метод – это метод сфер или ящиков нахождения фрактальной размерности. У нас описан он для плоской фигуры. В чем же он состоит? Нам необходимо найти центр фигуры, построить множество окружностей с центра в этой точке, вычислить площадь частей, оказавшихся внутри окружности, и если площадь части пропорциональна радиусу окружности в некоторой степени, то показатель степени – это фрактальная размерность фигуры. Теперь рассмотрим второй метод. Это метод нахождения фрактальной размерности фигуры с выраженным центром через число частиц, описанный для плоской фигуры. Значит, какие у нас здесь задачи? В первую очередь находим центр фигуры, затем вычисляем характерный радиус как максимальный радиус фигуры или как радиус герации. И если число частиц пропорционально характерному радиусу в некоторой степени, то показатель степени D – фрактальная размерность фигуры. На этом у нас все. Что нам придется делать на следующем этапе исследования? На следующем этапе проекта прилагается разработать алгоритмы решения поставленной задачи. На этом все. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 02-03-02, проект 2. Так, да, здравствуйте, меня слышно? Да. Ага, сейчас я расшарю экран. Видно, да, Жить? Да, да, на весь экран давайте. Надеюсь, что да, вот режим презентации. Угу, да. Ну, в общем-то, значит, наша тема проекта «Электрический пробой». В общем-то, определение электрического пробоя – это у нас явление резкого возрастания тока в твердом, жидком или газообразном диэлектрике или полупроводнике в воздухе, возникающее при положении напряжения выше критического напряжения пробоя. Пробой может происходить в течение очень короткого времени, это, например, до 10⁻⁸ секунды, или установиться на длительное время, например, дуговой разряд в газах. Как явление электрического пробоя можно выделить молнию, с ней человечество знакомо уже давно. Вообще, как считается электрический потенциал, в общем-то, у нас есть теорема Гаусса, мы рисуем решетку, соответственно, проецируем на каждой грани, вот, например, поток по, если проецировать на ось x, значит, от левой грани до правой грани потенциал, поток вот будет считаться по первой формуле, соответственно, если на ось y это от нижней грани до верхней, и на ось z от передней до задней. Соответственно, если мы сложим все вот эти формулы, разделим на сторону нашего куба, мы можем вычислить полный поток. И так как в данном случае полный поток равен нулю, если h стремится к нулю, то, в общем-то, уравнение сводится к уравнению Лапласа, и в итоге мы получаем вот такое уравнение в самом конце слайда. Собственно, если потенциал в каждом узле равен среднему арифметическому по соседним узлам, то эти значения как раз являются решением уравнения электростатики.
Значит, систему, которую мы получили, удобно решать методом итераций, и новое значение потенциала в каждом внутреннем узле вычисляется как среднее арифметическое старых значений потенциала в соседних с ним узлах. Для того, чтобы начать итерации, необходимо задать вот свои значения фи и житы. При этом необходимые значения берутся из граничных условий. Таким образом, можно вычислить новые значения потенциала во всех внутренних узлах. И мы повторяем вот эту процедуру, пока новые значения будут отличаться от старых не более чем на заданную величину. Это у нас будет погрешность вычисления потенциала. И доказано, что итерации всегда сходятся, то есть значение потенциала стремится к точному решению. Ну, это я пропущу, чтобы быстрее не затягивать презентацию. Также есть, в общем-то... Можно сказать еще, что значит, электрический пробой — это стохастический процесс, и каждое звено может пробиваться с некоторой вероятностью, зависящей от поля. И такая зависимость называется критерий роста. И вот есть, например, критерий роста Немейера, Петра, Нера и Висмана, НПВ. Значит, впервые была предложена и позволяла описать рост структур разряда в диэлектриках. В основе модели лежит предположение, что структура растет случайным образом, причем вероятность роста зависит только от локального электрического поля вблизи структуры. Значит, эта модель легко реализуется, и обычно моделируется разряд диэлектрики, помещенный между двумя электродами, разность потенциалов, между которыми V. Ну, опять же, используется уравнение Лапласа. Собственно, рост начинается с одной из точек на электроде, и на каждом шаге роста с некоторой вероятностью может образоваться одна веточка разрядной структуры. Эта веточка будет соединять два соседних узла сетки, который принадлежит разрядной структуре, а другой является диэлектриком. Таким образом, из каждого узла двумерной сетки может образоваться до 8 веток, и если трехмерная сетка, то 26 веточек. Собственно, если пусть среднее значение проекции электрического поля на направление соединяющего два соседних узла сетки, между которыми может образоваться новая ветвь разрядной структуры. Собственно, предполагают, что вероятность приближенно равно e в степени ню. Соответственно, ню — это показатель роста, зависящий от свойств диэлектрика. Значит, на каждом шаге роста случайного процесса выбора новой веточки структуры реализуется следующим алгоритмом. Значит, пробегаем по всем узлам решетки и рассчитываем сумму, где ЕК, значит, в общем, ну, распределение электрического поля, зачем разгрызается случайное число эпсила, равномерно распределено от нуля до какого-то вот значения. До Z. Да, собственно, до Z. И вот мы видим, что Z, эпсила имеет вот такую формулу, Z умноженное на рандом. И мы, значит, вот эти шаги повторяем до тех пор, пока текущая сумма не станет больше эпсила. Тот узел, для которого сумма стала больше эпсила, присоединяется к структуре. Новые образовавшиеся веточки присваиваются значение потенциала того электрода, с которого начался рост этого стримера. Таким образом формируется экопотенциальная структура. И есть еще один критерий роста стримера, называется флуктуационный. Значит, в многозвенных моделях пренебрегается влияние друг на друга проводящих звеньев. Собственно, пусть пробой происходит в тех областях диэлектрика, где величина поля превосходит
некоторое первое значение, в смысле пороговое значение E со звездочкой, электрическую прочность, и, ну, это не совсем правильно, так как реальный диэлектрик не является полностью однородным. В общем, существуют слабые места, связанные, например, с повышенной ионизацией за счет космических частиц, с флуктуациями температуры и так далее. То есть критерий возникновения пробоя можно представить в виде E больше, чем электрическая прочность со звездочкой минус дельта, где дельта – величина флуктуации. Ну, в общем, большие значения дельта будут встречаться реже, чем маленькие, и, значит, распределение экспоненциальное, где вот G делится на G, это некоторый параметр. Значит, такое распределение вероятности можно получить, задавая случайное число дельта, зависящее от рандомного. И, значит, вероятность пробоя, все это зависит от вероятности пробоя, которая тоже, ну, экспоненциальная, как я и говорил. Развитие пробоя происходит следующим образом. Проверяются все звенья, выходящие из тримерной структуры. Те из них, для которых IT-элемент, ну, вот этому, значит, неравенству подходит, присоединяются к структуре. Значит, эта модель роста принадлежит к классу многозвенных. Шаг роста во времени дельта Т считается постоянным. В этой модели для каждого возможного звена было введено случайное время ожидания вот по такой формуле. Значит, случайные числа отражают стохастический вероятностный характер процесса. И вот, вот так, по такой формуле считается вероятность пробоя. Соответственно, функция вероятности роста может быть любой быстрорастущей функцией от локального электрического поля. В случае многозвенчатой модели пробиваются все звенья, для которых tau и t меньше заданного шага по времени дельта t, который можно выбрать постоянным. Значит, вероятность пробоя резко возрастает с увеличением напряженности электрического поля. Поэтому часто используется степенная аппроксимация P от E. В общем, E умноженное на ню. Значит, при ню равном 2 вероятность пробоя пропорциональна мощности локального энерговыделения. Вот по такой формуле, где сигма – это характерная величина электропроводности плазмы в каналах структуры. Ну и как вывод, мы изучили явление электрического пробоя и рассмотрели, значит, критерии и модели роста стримера. Это все. Так, спасибо. Значит, подключается проект 3. По проекту 2 очень много текста на слайдах, в два раза превышено время доклада, и рассказываете о методах решения, что совсем не надо на этом этапе. Проект номер 3 есть кто-нибудь? Да, здравствуйте. Давайте. Видно мой экран? Я уже включила демонстрацию. Да, давайте. Первый этап нашего проекта – это представление модели. Наш проект называется «Молекулярная динамика». Выполняли следующие ребята: Штохина Виктория, Кузнецов Василий, Петрова Мария. Презентацию не видно. Так, сейчас, секунду. Вылетела презентация, да. Вот так видно? Пока мест нет. Нет. Виктория, сейчас, не секунду. Видно. Экран. Да. Вот так видно? Да, да. На весь экран давайте. Да, вот так. А вот я включил на весь экран. Так, сейчас видно? Вы шарите экран или опять шарите только окно? Вот так вот, да, все. Экран, да. А вот, что такое молекулярная динамика? Это метод математического моделирования, который используется для изучения динамики атомов
атомов и молекул в системе. Метод молекулярной динамики основан на численном решении уравнений движения атомов и молекул в системе. И для моделирования взаимодействия между частицами используются потенциалы взаимодействия, которые описывают силы межатомных и межмолекулярных взаимодействий. Проблематика, связанная с уравнениями молекулярной динамики, заключается в том, что моделирование динамических процессов на микроуровне является сложной задачей, требующей точного описания взаимодействия между атомами и молекулами в системе, как я уже сказала. Далее, теоретическое описание задачи. Представим, что у нас есть система, состоящая из молекул, и мы хотим описать динамику этой системы, то есть движение и взаимодействие молекул между собой во времени. Для этого мы можем использовать методы молекулярной динамики, которые позволяют рассчитать траектории движения всех атомов и молекул в системе. Для построения модели молекулярной динамики нам понадобятся следующие шаги. Мы должны определить количество и тип молекул, взаимодействующих друг с другом, по заданным потенциалам взаимодействия, такими как потенциал Ленарда-Джонса, потенциал кулоновского взаимодействия и другие. Далее, мы можем использовать уравнение Ньютона в качестве уравнения движения для каждой молекулы, чтобы рассчитать ее траекторию. Для численного решения уравнений часто применяются методы интегрирования, например, метод Верле. Следующий – интеграция уравнений. Мы применяем выбранный численный метод для решения уравнений движения, а также находим положение и скорость молекул в каждый момент времени. Следующее – нам необходимо задать потенциальную функцию, которая описывает взаимодействие между молекулами в системе. И обычно для этого используются модели силовых полей, такие как модель Ленарда-Джонса. Далее, интегратор. На каждом временном шаге происходит обновление скоростей и позиций частиц на основе полученных сил. Ну и в конечном итоге нам нужно будет проанализировать результаты, то есть после численного моделирования мы анализируем результаты, изучаем динамику системы, свойства вещества и его структуру. Ну и в качестве вывода хочется сказать, что модель молекулярной динамики позволяет исследовать различные физические и химические процессы на микроскопическом уровне и получать информацию о динамике системы во времени. И также еще следует сказать, что нами для моделирования уравнений был выбран потенциал Ленарда-Джонса. Ну а что это такое и алгоритмы мы будем рассказывать на следующем занятии. Поэтому спасибо за внимание. Да, спасибо. Давайте готовиться. Проект 5, подключайтесь. Непонятно, что вы моделируете. То есть объект моделирования непонятен. Ну вот Ленарда-Джонса потенциал. Ну, в вашем докладе это было мало внятно, для чего это. Потенциал в природе не существует. Потенциал – это математическая модель. А вот объект... Да, для моделирования вот уравнений молекулярной динамики мы будем использовать. Объекта моделирования нету. Давайте дальше. Проект номер 5. Добрый день, меня слышно, все видно, все в порядке. Да. Так, все отлично, начинаем. Значит, да. Мы представляем проект химической реакции статистическое горение. На весь экран еще можете раз? Сделать? На весь экран. Сейчас еще раз сделаю. Так. Все видно? Ну да, да. Так, все отлично. Давайте же приступим. И, значит, представляем проект химической реакции «Стохастическое горение. Первый этап». Значит, подготовили Бабенко Артем,
Мацкий Никита, Коняева Марина, Лебедева Ольга, Лебедева Галина и Самсонова Мария. Итак, целью нашего проекта является разработка валидации новой комплексной математической модели стахастического горения, которая у нас интегрирует совершенственные подходы, основанные на уравнении Лажевена, генетическом Монте-Карло и вероятность распределения функции, глубокого понимания и предсказания динамики химических реакций в условиях высокой турбулентности и неоднородности. Так, давайте же поговорим, что такое стахастическое горение. Это сложное явление, которое является ключевым в современных исследованиях физико-химических процессов. Оно характеризуется случайными колебаниями и химических реакциях горения и обусловлено множеством переменных. Итак, у нас фундаментальные аспекты стахастического горения включают в себя некоторые важные факторы. Первое – это турбулентность потоков, то есть относится к хаотическим непредсказуемым движениям газов внутри горящего материала. То есть эти хаотичные движения влияют на то, насколько быстро проходят химические реакции. Второе – это у нас химическая кинетика, то есть это область науки, которая изучает скорость химических реакций. И в контексте горения это означает, как быстро проходят реакции горения под воздействием тепла. Далее это гетерогенность топлива и окружающей среды, то есть связано с разнообразием состава горючего металла и окружающей среды. И эти различия в параметрах могут вызвать колебания в условиях горения. И последнее – это начальные условия, то есть условия момента начала горения. Они могут также значительно влиять на ход и характеристики горения. И для изучения стахастического горения используются сложные статические методы, например, анализ распределения и регрессионный анализ, численное моделирование, а также экспериментальное изучение с использованием современных методов диагностики, например, лазерная диагностика, инфракрасная томография и масс-спектрометрия. Теперь рассмотрим несколько математических моделей. И первое – это уравнение Лангевена. Оно используется для моделирования эволюции системы под влиянием случайного шума. Они позволяют учитывать случайные флуктуации, то есть случайное отклонение, и турбулентность химических и физических процессов, что помогает лучше понять влияние микромасштабных флуктуаций на поведение системы в целом. И здесь представлена формула. Следующий слайд. Затем это кинетическое Монте-Карло. Данный метод используется для моделирования химических реакций на атомном или молекулярном уровне, позволяя проследить эволюцию системы через серию случайных событий и также формулу. Дальше. И последняя модель – это вероятностное распределение функций. Данный метод используется для моделирования стахастических процессов в горении, представляя распределение вероятности различных состояний системы, таких как температура, концентрация реагентов и продукты, и формула. Так, следующий слайд. Теперь быстренько рассмотрим области применения. В области энергетики исследование стахастического горения играет критическую роль в разработке более эффективных и экологически чистых технологий сгорания. В экологической сфере исследования направлено на снижение воздействия процессов сгорания на окружающую среду. В материаловедении применение стахастического анализа горения и химических реакций важно для разработки новых материалов с помощью процессов, включающих горение, например, такие как при синтезе наноматериалов и керамики. В авиационной космической промышленности знания о стахастических процессах горения применяются для улучшения характеристик двигателей. И последнее – автомобильная промышленность. В этой промышленности исследования направлены на улучшение двигателей внутреннего сгорания путем уменьшения их внутренних выбросов и повышения топливной эффективности. Дальше. Новизна нашего проекта заключается в синтезе трех подходов для точного предсказания и описания стахастических процессов горения. Эта модель способствует созданию энергоэффективных технологий, оптимизации систем сгорания и поддерживает прогресс в автомобильной, энергетической и космической отраслях с практической значимостью и коммерческой привлекательностью. Следующий слайд. В заключение нашего первого этапа мы рассмотрим исследования по теме стахастического горения и его связи с химическими реакциями, которые проводились многими учеными по всему миру. Вот ключевые исследования. Даниэль Гилеспи разработал свой алгоритм, демонстрирующий применение метода КМС для моделирования сложных химических систем. Работы Лангевена были посвящены влиянию
микроскопических флуктуаций на стохастическое горение. Стивен Поуп внес вклад в разработку и применение вероятностного распределения функций для турбулентного горения. Следующий слайд, пожалуйста. Рудольф Маркус, лауреат Нобелевской премии, его работа была посвящена вопросу переноса электронов и образованию комплексных соединений. Другие исследования вы можете увидеть на слайде, а на этом наш этап номер один подошел к концу. Всем спасибо. Спасибо. Проект номер 7-02-031. В проекте номер 5 опять не видно объекта моделирования. Так, номер 7 есть проект? Да, меня слышно? Видно? Да, слышно. Прекрасно. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня мы хотели бы представить первый этап проекта «Образование планетной системы». В состав нашей группы входят Парфенова Елизавета, Латыпова Диана, Виктор Тозе и Итукун Цеабаси. Мы из группы МФБД 0221. Начнем мы с актуальности проекта. Она заключается в том, что изучение процесса формирования планетных систем является ключевым для астрономических исследований, а также расширяет наши знания о Солнечной системе и Вселенной в целом. Объектом нашего исследования являются частицы, формирующие планеты, спутники и системы, а предметом исследования – различные физические процессы, происходящие при образовании космических объектов. Перейдем к целям. Мы нацелены изучить процессы формирования планетарных систем и построить математическую модель движения частиц с учетом физических взаимодействий, изучив и проанализировав динамику получившейся системы. Задачи, которые мы запланировали выполнить в нашем проекте, представлены на слайде. Если вкратце, то в ходе нашего проекта у нас получится программа, в которой будет смоделировано движение N точек в плоскости, которые притягиваются к центральному объекту, имеют между собой гравитационное взаимодействие, силы отталкивания при сближении и силы трения. В ходе работы мы использовали учебное пособие моделирования физических процессов и явлений на ПК. Полные данные, которым представлены на экране. Моделировать нашу систему мы планируем с помощью языка программирования Julia и ПО OpenModelica. Далее мы разберем теоретическую справку. Для моделирования движения N точек в плоскости с притяжением к центральной неподвижной точке используется уравнение динамики частиц. И одним из фундаментальных уравнений в этом модели является уравнение второго закона Ньютона, переписанная в виде, представленном на нашем 10-м слайде. Здесь у нас m и t — это масса частицы i, r и t — вектор положения частицы i в пространстве, и f и t — это сила, действующая на частицу i. Гравитационное взаимодействие между частицами A определяется через потенциальную энергию. Здесь у нас гамма — это гравитационная постоянная, m и t и m g t — масса двух частиц, и R и T, G, T – расстояние между ними. При приближении частиц друг к другу на расстоянии меньше суммы их радиусов учитывается отталкивание и сила трения. Это у нас делается для удобства написания программы, так как в реальности при столкновении двух газопылевых облаков произойдет их слипание, и в облаках возникнут ударные волны, и при слишком больших скоростях возможно их разбиение на более мелкие. На слайде показано, как вычисляется отталкивающая сила. Здесь у нас k — это коэффициент отталкивания, а — это сумма радиусов частиц, b — расстояние между частицами. Сила трения у нас определяется формулой, представленной на слайде 14. Здесь у нас W — это вектор скорости относительного движения частиц. Омега I и омега G — угловые скорости частиц и G, соответственно. Ну и N — это единичный вектор, направленный перпендикулярно вектору B. Математическая модель движения частиц в плоскости с учетом различных физических взаимодействий представляет из себя комплекс формул, представленный на следующих слайдах. В нее вошли, во-первых, формула второго закона Ньютона и формула первой космической скорости, описывающая движение частиц. Во-вторых, формула силы, описывающая гравитационное взаимодействие между частицами, которая получается из потенциальной энергии, при этом гравитационном взаимодействии. Третий пункт – комплекс формул, описывающих силу отталкивания и ее составляющие. Далее следуют уравнения, которые позволяют смоделировать силу трения.
И на последнем слайде представлены формула кинетической энергии, формула потенциальной энергии, которая складывается из энергии гравитационного взаимодействия и энергии отталкивания, и общий импульс системы равный нулю согласно условию нашего задания. Таким образом, переходим к нашим итогам. Мы изучили процессы формирования планетарных систем, динамику и энергетические характеристики системы частиц в различных условиях взаимодействия. Также мы создали математическую модель движения частиц в плоскости, учитывающую различные физические воздействия. И в будущем мы сможем смоделировать ее. На этом все. Благодарим за внимание. Спасибо. 020302, проект 8. Да, я здесь, секунду. Так, видно, слышно все? Да, давайте. Так, колебания, цепочек, модель и теоретическое описание. Это наша группа. Так, начнем с введения. Колебания цепочек представляют собой... Так, колебания цепочек представляют собой увлекательные исследования в области физики, которые играют важную роль в понимании свойств материалов и различных явлений в природе. Начинается изучение с простых моделей цепочки до более сложных систем, таких как полимерные цепи или биологические структуры. Колебания цепочек представляют собой уникальный спектр информации о свойствах материалов и взаимодействии между их элементами. Разработка теоретических моделей и их экспериментальная верификация играют ключевую роль в раскрытии многих загадок природы. Колебания цепочек – это явление, которое привлекает внимание многих физиков и математиков. В основе этой научной проблемы лежит изучение динамики частиц, соединенных в цепочку, и распространение колебаний в этой структуре. Это явление имеет широкий спектр применения, начиная от материаловедения до изучения свойств биологических молекул. Теоретическое описание задачи. В основе колебаний цепочек лежит принцип взаимодействия соседних частиц, связанных силами, такими как упругость или электростатика. Для математического описания этого процесса используются уравнения, описывающие движение каждой частицы цепочки. Решение этих уравнений позволяет предсказать характер колебаний и их параметры. Для более глубокого понимания колебаний цепочек важно рассмотреть основные характеристики и параметры, которые влияют на их динамику. Например, амплитуда колебаний, частота или волновое число. Моделирование также может включать в себя учет анграмичных эффектов или нелинейных взаимодействий между частицами. Это особенно важно при изучении необычных свойств материалов в условиях высокой амплитуды колебаний. Описание модели. Модель колебаний цепочек обычно основана на применении математических методов, таких как уравнение движения и теории упругости. Одной из ключевых моделей, используемых для описания колебаний цепочек, является модель одномерной цепочки с взаимодействием типа пружины между соседними частицами. Каждая частица в цепочке взаимодействует с ближайшими соседями, создавая систему уравнений, которые описывают колебания в цепочке. Эти уравнения могут быть решены аналитически или численно для получения временной эволюции системы. Моделирование колебаний цепочек включает в себя учет не только пространственных, но и временных аспектов. Рассмотрим модель одномерной цепочки, где частицы соединены с соседними пружинами. Уравнения движения для каждой частицы могут быть представлены уравнением колебаний гармонического осциллитра с учетом взаимодействия с ближайшими соседями. Научные проблемы. Презентация по научной проблеме колебания цепочек должна включать в себя визуализацию моделей, которые демонстрируют, как частицы в цепочке взаимодействуют и создают колебания. Также важно подчеркнуть практические применения этого исследования, такие как создание новых материалов с улучшением свойств. Исследования по колебаниям цепочек находят применение в различных областях науки и техники. В материаловедении, например, понимание колебательных свойств может помочь в разработке материалов с улучшенной прочностью или теплопроводимостью. В биофизике и молекулярной биологии такие модели могут быть использованы для изучения динамики молекул, и также моделирование колебаний цепочек могут применяться в акустике и в областях, которые с этим связаны. Так, и в заключение, развитие теоретических
математических моделей часто сопровождаются экспериментами для подтверждения этих предсказаний. Несмотря на значительные достижения, исследование колебаний цепочки остается открытыми некоторые вызовы, такие как учет диссипации энергии, взаимодействие с окружающей средой и квантовые эффекты на малых масштабах. И дальнейшие исследования в этих областях могут привести к новым открытиям и более точным моделям. На этом все. Спасибо. Спасибо. 090303, проект номер один. Проект номер три. Да, мы есть. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Щербак Маргарита. Имена моих коллег вы можете увидеть на слайде. Тема нашего проекта – молекулярная динамика. Метод молекулярной динамики – это современная научная методика, которая используется для изучения мельчайших деталей поведения вещества. В области физической химии и физики конденсированного состояния метод молекулярной динамики применяется для моделирования и перемещения отдельных молекул в сложных многочастичных системах, таких как газы, жидкости, твердые тела. Основная идея молекулярной динамики заключается в численном решении уравнений и движения Ньютона для каждой отдельной частицы в системе, с учетом взаимодействия между ними на основе потенциальной энергии. Метод молекулярной динамики остается актуальным благодаря тому, что макроскопические системы, включая те, которые считаются небольшими, содержат огромное количество молекул, что затрудняет их аналитическое описание. Однако даже применение метода молекулярной динамики к относительно небольшим системам позволяет получить ценные данные об их поведении и свойствах. Далее я передам слово Екатерине, которая расскажет вам про цели и задачи. Цель данной работы заключается в проведении моделирования молекулярной динамики системы с использованием модели, основанной на потенциале Ленарда Джонса, и численного интегрирования уравнений движения молекул с помощью алгоритма Верле. Для достижения этой цели нами были поставлены задачи, представленные на слайде. Например, реализовать алгоритм Верле для численного интегрирования уравнений движения молекул в системе, и изучить особенности и свойства моделируемой системы при различных значениях параметров потенциала Ленарда Джонса, таких как глубина потенциальной ямы Y и характерная длина B. Далее мы расскажем о явлении. Итак, молекулярная динамика – это у нас компьютерная методика, используемая в физике и химии для моделирования движения атомов и молекул во времени. Она нам позволяет изучать поведение систем из атомов и молекул на микроскопическом уровне, включая температуру, давление, энергию и другие свойства системы. Также стоит отметить, что объектами молекулярной динамики у нас являются атомы и молекулы. Молекулярная динамика у нас моделирует их поведение и движение в рассматриваются как частицы, атомы и молекулы у нас рассматриваются как частицы, обладающие определенными массами и зарядами, и взаимодействующие друг с другом согласно заданным потенциальным энергиям и силовым законам. Следующий слайд, пожалуйста. Нами было принято решение взять модель, которая хорошо описывает взаимодействие молекул в системе. Для этого мы выбрали модель потенциала Ленарда Джонса, которая хорошо подходит для моделирования инертных газов в других системах. Этот выбор модели обусловлен тем, что потенциал Ленарда Джонса обладает краткодействующим характером, что позволяет учитывать взаимодействие только на небольших расстояниях, что особенно важно для молекулярной динамики. Используя эту модель, мы применяем алгоритм Верле для численного интегрирования уравнений движения молекул в системе. Алгоритм Верле выбран как подходящий метод численного интегрирования благодаря его высокой точности и стабильности. Про вторую формулу расскажет Лиса. Нет? Ладно. Чтобы получить вторую формулу, нам необходимо начальное условие. N – это обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, где N – число частиц, скорость частиц, B – gt и ускорение A и t, а gt равно F, gt деленное на mgt. Нами было выведено начальное уравнение Ri, где t равно нулю и Ri – 0. Следующий слайд, пожалуйста.
Наиболее часто использовался так называемый потенциал, который записывается в виде, который представлен на формуле 3, где эпсилон — глубина потенциальной ямы, сигма — значение r, при котором u от r равно нулю. Точка минимум потенциала отвечает значению координат r нулевое, где 2 в степени 1 шестая. Так, у нас что-то пропало. Перезапустите. Так, отталкивание также аппроксимируется степенной функцией. Выбор степени 12 обусловлен математическим удобством. Крутизна потенциала в области отталкивания определяется значением производной в точке, где потенциал принимает нулевое значение. То есть R равно сигма. Для потенциала Ленарда Джонса значение производной в точке определяется выражением, представленным внизу слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Это формула. Это график. Пока это график потенциала, можно, пожалуйста, следующий слайд. Далее могу рассказать я. Имеются два параметра, которые мы уже упоминали. Во-первых, это эпсилон, это энергия связи, или же глубина потенциальной ямы, и b — это характерная длина, или равновесное расстояние при r нулевое равно b, при котором сила равна нулю. На данном слайде вот можно увидеть формулу 5, про которую я сейчас и рассказываю. Величину r нулевое равно b делить на 2 приближенно можно считать радиусом частиц. Первое слагаемое в скобках описывает сильное отталкивание на малых расстояниях из-за перекрывания электронных облаков. Точный его вид нам на данный момент не так важен. А второе же слагаемое отвечает у нас за притяжение на больших расстояниях. А зависимость R в Вандервальскому притяжению, и такой потенциал у нас хорошо описывает инертные газы и может служить качественной моделью для других веществ, как мы, собственно, и говорили. Вот у нас также показан график, и также важное достоинство такого потенциала — то, что он короткодействующий, сила взаимодействия быстрого расстояния. Практически это означает, что в расстояниях r больше r c взаимодействие можно не учитывать. Обычно в расчетах выбирают r c больше, чем 2,5 b делаем обрезание. То есть при, как я уже говорила, r больше, чем rc, сила не учитывается. При этом также необходимо скорректировать значение потенциала так, чтобы он обращался в нуль на бесконечности. На слайде у нас представлена формула 6. И следующий слайд. Наиболее общая математическая формула этого потенциала имеет вид, который должен быть представлен на слайде. У меня просто, видимо, не включилось. Вот. И передаю слово коллеге. Ну и в заключение, на данном этапе мы рассмотрели основные понятия молекулярной динамики, выбрали модель потенциала Ленарда Джонса для описания взаимодействия между молекулами в системе, и наши дальнейшие шаги будут направлены на подробное изучение алгоритма для оценки межатомного потенциала в инертных газах. Кроме того, мы планируется также разработка комплекса программного обеспечения для реализации проекта. Завершающим этапом у нас будет защита проекта, включающая коллективное обсуждение результатов и самооценку нашей деятельности. Спасибо за внимание. Спасибо. Проект номер 4. Здравствуйте, меня слышно? Презентация, да. Видно? Да. Прекрасно. Проект решеточный газ, решеточное уравнение Больцмана. Стимуляция газов необходима для многих систем в наше время, но имеет много проблем на этапе реализации. Газ не имеет постоянной формы, объема и плотности. Внутри газа постоянно перемещаются потоки. В разных участках газ может проявлять себя по-разному, например, в случае конденсации растворенного пара. Исходя из вышеперечисленного, газ нельзя рассматривать как набор точек, имеющих постоянное положение относительно друг друга, и это сопряжено с большим количеством вычислений.
Ну, у нас существуют различные методы подхода к симуляции газов. В основном они делятся на решеточные методы и не решеточные методы, а методы, где газ представляется в виде отдельных частиц и где газ представляется в виде объемов. В нашей модели решеточный газ представляется в виде частиц, а, допустим, в методе основанного уровня Навера-Стокса в виде объемов. Продолжение о подходе к симуляции газа. Стоит сказать, что газы в решеточных моделях представлены некоторыми гипотетическими идеальными частицами, которые могут двигаться между узлами некоторой пространственной решетки. Газ обладает такими свойствами. В каждый момент дискретного модельного времени частицы могут находиться только в узлах решетки. Все частицы имеют одинаковую массу, равную единице. Вектор скорости каждой частицы может быть направлен только в сторону одного из соседних узлов решетки. В один и тот же момент времени в каждом узле решетки не может находиться более одной частицы с одинаковыми векторами скорости. Решеточные газы — это класс компьютерных моделей, используемых для моделирования газовых потоков и других явлений в газах. В основе LGA лежит идея разбиения пространства на решетку, где каждая ячейка представляет собой микромасштабную частицу газа. Движение частиц моделируется в соответствии с набором локальных правил, определяющих перемещение и взаимодействие внутри решетки. Так, если говорить про основные черты решеточных газов, то можно выделить такие, как дискретность, когда, что пространство у нас разбивается на конечное число ячеек решетки. Локальность — то, что движение частиц определяется исключительно их соседями на решетке и локальными правилами. Параллелизм — то, что работа с решеточными газами легко параллелизируется и что заставляет эффективно использовать вычислительные ресурсы. И простота и эффективность, так как решеточные газы обладают простой структурой и могут быть реализованы с небольшими вычислительными затратами. На слайде представлена самая простая модель, так называемая модель Харди-Пома-Пасцисса. Тут частица газа имеет всего 4 направления движения, и также мы видим справа условия столкновения. Более сложные модели LGA будут иметь большее количество направлений движения газа. В нашем случае мы планируем 6 направлений. То есть это сетка, основанная на треугольниках. И также у модели LGA есть одна из проблем. Это значительный статистический шум, который возникает из-за случайного начального распределения. И именно для того, чтобы этого избежать, и получить более физически точные физические величины, плотность, скорость, давление, температуру, мы будем использовать уравнение Больцмана. Решеточное уравнение Больцмана. Собственно, да, как уже сказано, чтобы получить значения физических величин, такие как плотность, скорость, давление, температура, приходится избавляться от этого шума путем усреднения до какой-то области пространства, за несколько шагов по времени, и в случае детерминированных течений возможно также произвести несколько расчетов с начальными данными, а затем провести усреднение по всем экземплярам системы. Если число экземпляров стремится к бесконечности, то среднее значение заселенности называют одночастичными функциями распределения, которые будут означать как f от k. При отсутствии корреляции между одночастичными функциями распределения эволюция системы описывается уравнением Больцмана, которое имеет широкое применение в разных сферах. Да, я немного оговорился, мы будем использовать 8 доступных направлений газа и 9 состояний. Так мы планируем нашу сетку, и получается, что у нас есть 9 возможных векторов, один из них нулевой. Такая решетка будет использоваться для аппроксимации непрерывных пространственных областей и моделирования, собственно, нашего газа. Наши источники. Спасибо за внимание. Спасибо. Проект номер 5. Химические реакции. Проект номер 6. Теплопроводность. Да, сейчас. Да, здравствуйте. Да, давайте. Да, все видно.
Так, проект называется «Теплопроводность. Детерминированное горение. Этап номер один». Следующий слайд, пожалуйста. Информация. Докладчики Махорин Иван, Шпалова Диана, Лебединец Татьяна, Великоднева Евгения и Павлова Варвара. Так, цели проекта. Изучить метод математического моделирования на примере теплопроводности и детерминированного горения. Задача проекта – это исследовать влияние энергии на режим горения, при каком минимальном значении энергии возникает пульсирующий режим, написать программу, решающую одномерное уравнение теплопроводности с адиабатическими граничными условиями, используя явную разностную схему, и написать программу, решающую... Диана поторопилась. Написать программу, решающую одномерное уравнение теплопроводности с адиабатическим граничным условием, используя неявную разностную схему. Следующий слайд. Определение. Горение представляет собой феномен природы, являющийся интересным объектом для научного исследования, несмотря на комплексность и разнообразие физико-химических процессов, лежащих в его основе. Многие из его характеристик могут быть описаны с использованием простых моделей. Детерминированное горение – это процесс горения, который подчиняется определенным законам физики и химии. В отличие от случайного горения, его характеристики можно предсказать с высокой точностью. Этот тип горения применяется, например, при моделировании работы двигателей внутреннего сгорания. Как же протекает? Обычное стационарное горение, при котором скорость распространения зоны активного горения или реакция фронт пламени не зависит от времени, может стать неустойчивым. Возникают быстрые периоды горения, сменяющиеся пассивными периодами. В двумерном случае фронт горения может искривляться и состоять из нескольких зон активного горения, движущихся вдоль фронта и вглубь материала. Эти зоны могут взаимодействовать периодически, исчезать и появляться снова. Предлагается рассмотреть среду с учетом теплопроводности, в которой возможна экзотермическая химическая реакция. Пусть скорость химической реакции резко возрастает при увеличении температуры. Будем, и поэтому мы смоделируем химическую реакцию простейшим образом. Вещество вида А переходит в Б, при этом выделяется тепло. Для скорости химической реакции используется закон Ареньевса для реакции первого порядка. Дальше мы рассмотрим одномерный случай. В одномерном случае необходимо добавить уравнение теплопроводности с дополнительным членом, отвечающим за энерговыделение. Все коэффициенты в системе постоянны, что является серьезным отличием от реальности. Несмотря на это, модель качественно верно отражает многие стороны явления. В этой системе уравнений возможен режим в виде самостоятельно распространяющейся волны горения. На рисунке 1 показан пример волны, распространяющейся вдоль оси х со скоростью u. Дальше перейдем к системе уравнений для безразмерных величин. Поделив уравнение теплопроводности на πQ и перейдя к безразмерной температуре и энергии активации, получим систему уравнений, которая написана на слайде. Значок волны у новых безразмерных величин t и e для простоты опущен. Получавшаяся система более наглядно просто описывает явление, и в дальнейшем мы будем ссылаться именно на нее. Теперь рассмотрим различные величины горения и рассмотрим одномерный случай. Первый режим. Скорость распространения волны постоянная, а профили температуры и концентрации переносятся вдоль оси х, не деформируясь. Второй режим. Скорость волны переменная, и горение распространяется в виде чередующихся вспышек и угасаний. А значение параметра E зависит, какой режим реализуется. Существует критическое значение безразмерной энергии активации E со звездочкой. При E меньше E со звездочкой происходит стационарное горение, а при Е больше Е со звездочкой пульсирующая. Теоретически можно показать, что при Т нулевом значительно меньшем единице критическое значение Е со звездочкой равно 6,56. При увеличении начальной температуры Т нулевое критическое значение Е со звездочкой возрастает.
И теперь рассмотрим двумерный случай. Для моделирования волны горения в двумерном случае в уравнении 2.1 нужно добавить перенос тепла по второй координате. И кроме стационарного и пульсирующего режимов для этой двумерной системы, возможен третий режим распространения волны горения – спиновый. Дальше мы рассмотрим численные методы решения одномерного уравнения теплопроводности, которые проходят без химических реакций. Вы можете увидеть уравнение номер 3.1. И также для этого в уравнении теплопроводности мы должны заменить частные производные на разностные, как вы можете увидеть в уравнении 3.2. Когда мы проделаем эту процедуру для каждого узла, мы явно найдем температуру на новом слое по времени. Поэтому эта схема называется явной. Теперь учитываем химическую реакцию и добавляем изменения безразмерной температуры за счет энерговыделения в химических реакциях за шаг по времени. Явные разностные схемы — это простой, но не всегда самый эффективный способ решения уравнения теплопроводности, поэтому мы рассмотрим две неявные схемы. Есть просто неявная схема и есть неявная схема Кранка-Николсон. Явная схема Кранка-Николсон имеет второй порядок аппроксимации по обеим переменным, и она абсолютно устойчива. Мы преобразовываем выражение и получаем следующую систему уравнений. Для ее решения мы можем использовать метод прогонки. На данном этапе мы рассмотрели, что такое теплопроводность, детерминированное горение, что они из себя представляют и что в себе сочетают. Также мы познакомились с основными понятиями, которые используются при изучении и построении уравнений и модели теплопроводности и детерминированного горения. Спасибо. Проект номер 7. Да, сейчас будет. Насколько видно? Да, давайте. Да. Итак, мы делали и читали про Солнечную систему, образование ее из межзвездного газа, но только не совсем из газа, а уже из сгруппировавшихся частиц. И более того, эти частицы уже выстроились на плоскость своего вращения, поэтому мы их начально распределяем случайно по расстоянию от центра и по случайному углу. И их скорость, соответственно, задается формулой третьего закона Кеплера, которая определяет, чтобы они были в орбите вокруг центральной точки. Соответственно, у нас есть вот эти вот частицы, и они могут сталкиваться, но из-за того, что когда они на самом деле сталкиваются, они всегда склеиваются, но тем, если они слишком сильно столкнулись, они могут обратно разделиться, мы это симулируем с помощью силы отталкивания. И она имеет довольно высокий коэффициент в компоненте расстояния, так чтобы, если они слишком близко столкнулись, тогда они довольно сильно отталкиваются. Соответственно, это вызывает энергию, которую можно посчитать, и это полезно для того, чтобы считать общую энергию системы. У нас также есть сила трения, которая тоже мешает им склеиться без проблем. И если столкновение смогло победить эту силу трения, то энергия, которая была выделена, пропадает из системы, когда мы их столкнем. И еще для того, чтобы вычислять энергию вращения, как нам нужно вычислять все энергии для того, чтобы убеждаться, что у нас система следует законам сохранения энергии, мы их можем посчитать из угловых скоростей частицы, где мы считаем момент инерции из их массы и вектора вращения, и из их углового ускорения. И, соответственно, когда они слипаются, тогда у нас образуется вместо двух старых частиц одна новая частица, радиус которой равен корню из степеней суммы радиусов. И
координата равна среднему между двумя координатами других в зависимости от массы других частиц. Соответственно, в частности, скорость равна произведению массы на скорость первой плюс массы на скорость второй, деленная на сумму масс. Соответственно, общая потенциальная энергия частицы, системы частиц – это сумма потенциальных энергий каждой частицы, а потенциальная энергия одной частицы – это потенциальная энергия взаимодействия этой частицы со всеми остальными. И как раз из-за того, что когда две частицы склеились, мы имели силу трения, которая часть энергии забрала и выдала в как тепло, нам нужно посчитать эту энергию заново, и ту, которая в тепло, которая из-за силы трения, мы считаем как разность того, что было и того, что стало. Это, соответственно, основные формулы, которые мы будем использовать для того, чтобы моделировать слипание частиц, которые вращаются в плоскости, и это поможет нам смоделировать эволюцию Солнечной системы. Спасибо. Спасибо. Проект номер 8 колебаний цепочек. Проект номер 9 Росдендритов. Да, сейчас открою. Видна ли презентация? Да, хорошо. Давайте. Итак, Росдендритов, этап номер 1, подготовили Миронов Дмитрий, Павлова Полина и Матюшкин Денис. Так. Цель проекта является математическое моделирование дендритного роста. Задача – это изучить теоретическую информацию о дендритах, разработать алгоритм, в который включает в себя много пунктов, и написать комплексы программ по разработанному алгоритму. Все мы знакомы с дендритами в том или ином виде. Просто загляните на снежинки или морозные узоры на окне. Не так наглядно, но практически более важно появление дендритов в металлургии при затвердевании различных металлов и сплавов, при сварке и так далее. Микроструктура дендритов, которые формируются во многом, определяет свойства материалов, поэтому изучение их свойств играет важную роль. По своему внешнему виду и процессу рост дендритов представляет собой что-то среднее между обычными четко выраженными кристаллами и фрактальными кластерами. Для начала давайте установим базовые параметры для нашей модели. Мы работаем с квадратной областью размера n на n узлов, где в центре задана затравка. Это небольшая область, где начинается кристаллизация. Расстояние между узлами по горизонтали и вертикали обозначается h, а шаг по времени дельта t. Далее мы рассматриваем уравнение теплопроводности, которое описывает изменение температуры в этой области со временем. Формулу можно видеть на слайде. Оно зависит от различных свойств вещества, таких как плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности. Далее мы рассматриваем уравнение теплопроводности, которое описывает изменение температуры в этой области со временем. Рассматриваем среднее значение температуры в соседних узлах, которое помогает нам определить изменение температуры в конкретном узле. Формулу среднего значения можно видеть на слайде. Также важно отметить по коэффициент V, она учитывает влияние диагональных соседей. Далее процесс обновления температуры в каждом узле в соответствии с уравнением теплопроводности и вычислением среднего значения. Этот процесс происходит на каждом временном шаге и влияет на структуру растущих дендритов. Эта схема устойчива при Си умноженное на ТТТ, деленное на m, h в квадрате меньше или равно 1/4. Это гарантирует, что изменение в температуре в каждом узле не приведет к неограниченному росту температуры и, образно говоря, взрыву системы. Далее мы перейдем к росту дендрита.
Начнем с того, что запишем состояние каждого узла N. Пусть N, нас 0, N равняется 0, это жидкая фаза, а N равняется 1, это твердая. Тогда для затвердевания вещества в узле необходимо, чтобы узел имел хотя бы одного соседа в твердом состоянии, и температура в нем была ниже локальной температуры плавления. В выражении мы формально учитываем, что расстояние по диагонали больше, то есть эти узлы должны влиять слабее. В нашем выражении первая сумма по ближайшим соседям, а вторая по диагональным с учетом роста расстояния. Также еще необходимо учитывать тепловой шум. В принципе, для простейших случаев можно просто прибавлять к температуре узла некоторую случайную добавку, так как узел, расположенный на границе, затвердевает, если t становится меньше или равна выражению справа знака неравенства. Неравенство можно видеть на слайде. Исследование роста дендритов проводилось многими учеными. Например, Эдгар Дуглас Эдриан изучал рост дендритов в контексте их роли в обработке информации в нервной системе, а Джон Дерди изучал рост дендритов в контексте их роли в обучении и памяти. На данном этапе мы рассмотрели теоретическое описание задачи, описание модели и литературный обзор. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, на этом мы завершим нашу лекцию. До свидания. Здравствуйте.